Добрый вечер, дамы и господа! Санкт-Петербургский дом музыки совместно с Северо-Кавказской государственной филармонией имени Василия Ильича Сафонова представляют программу «Музыка звезд». На сцене Академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Клод Дебюсси. Первая рапсодия для кларнета с оркестром соль бемоль мажор. Солист. Лауреат международных конкурсов Лев Журавский. Дирижер. Заслуженный артист России Алексей Васильев.
Дмитрий Шестакович. Концерт номер один для виолончели с оркестром ми бемоль мажор в четырех частях. Дамы и господа, напоминаем вам, что аплодисменты между частями одного произведения не предусмотрены. Солист, лауреат международных конкурсов Александр Рам. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Начинаем второе отделение концерта. На сцене Академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Сергей Рахманинов. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром до минор. В трех частях. Солист. Лауреат международных конкурсов Александр Кашпурин. Дирижер. Заслуженный артист России Алексей Васильев.